В Москве сегодня говорили о президенте России, причем преимущественно языком цифр. К 15-летию прихода к власти Владимира Путина прошел круглый стол, посвященный главным достижениям страны с 2000 года. Разумеется, на первом месте в списке воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, что помимо объективных успехов и побед сформировало так называемый феномен Путина. Дмитрий Куликов выслушал политологов. Круглый стол получился и в самом деле уникальным. Эксперты с разными взглядами всего за полтора часа обсудили все политические шаги Владимира Путина за его 15 лет в новейшей истории России. Ведь главный оппонент сегодня – беспристрастная статистика, с ней не поспорить. Все эти годы каждую неделю россиян спрашивали, доверяют ли они Владимиру Путину. Получилась вот такая линия, где социологи легко находят ответы, как по древесным кольцам. Резкий скачок, начиная с 2014-го, это удовлетворение жителей страны, которые вернулись в Крым и Севастополь. Сравнить можно разве что с зимой 99-2000 годов, когда рейтинг Путина перед первыми его выборами за месяц набирал десятки пунктов. Тяжело представить, что начинал он всего с 3%. Самая большая проблема была невыплаты пенсий, задержки по пенсиям. И вот когда в октябре впервые пенсии получили почти все, получили пенсии за октябрь все, вот тогда стало ясно, что пришла новая фигура, новый лидер. Население России увидело, рассмотрело и признало Путина политическим лидером. Появление Владимира Путина точно совпало с ожиданиями. Пустыми новый лидер с четкой программой и порой жесткими заявлениями вернул доверие избирателей к власти. Очень сильно. Он демонстрирует эту готовность постоянно и является законодателем. Дольше. На медицину объем средств выделяется в 5,8 раза больше. Последствия таких изменений – это снижение смертности на 18,5%, рост рождаемости на 42%, увеличение продолжительности жизни на почти 5,5 лет. Ключевой вопрос в последние годы – удвоение ВВП. Задачу, которую Владимир Путин поставил во время первого президентского срока, уже близка к выполнению, если бы не внешнее давление. До 2015 года не было падения реальных доходов населения. Это, кстати, уникально. Это вообще достижение. Даже в кризис 2008-2009 года в среднем не было падения реальных доходов, хотя некоторые группы падали, безусловно, а некоторые росли. На открытом круглом столе в первых рядах сидели журналисты из Украины. Их совсем не интересовали показатели уровня жизни в России. На все тот же, набивший оскомину вопрос о неком присутствии российских войск в Донбассе, был дан тот же ответ. Мы это решительно опровергаем. А главное, что это опровергают еще и международные наблюдатели, и это опровергают также официальные представители в Киеве. Вот в чем дело. Социологи отмечают главный феномен рейтинга Путина. В непростые или даже кризисные периоды поддержка национального лидера, наоборот, стремительно растет. Это, по мнению экспертов, отличный повод для прогнозов об укреплении России изнутри и усилении ее роли на международной арене. Дмитрий Кулько, Станислав Борисов, Дарья Пинчук и Антон Минахин, 5 канал, Москва.